Сергей Машиногорский больше не будет исполнять обязанности министра транспорта Кировской области. Он уволился. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. Напомню, Машиногорский был назначен на должность исполняющего обязанности министра транспорта в сентябре прошлого года. До этого он 6 лет возглавлял управление Росреестра по Краснодарскому краю. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Погорельцам из Орлова восстановили и выдали документы. Об этом сообщили в правительстве Кировской области. Начиная с 27 мая в течение выходных дней в центре «Мои документы» по Орловскому району был организован прием граждан, пострадавших от пожара. Также специалисты Центра госуслуг выезжали непосредственно в места временного размещения. 19 нетрезвых водителей задержали сотрудники полиции в минувшие выходные. Со 2 по 4 июня в Кирове проходили сплошные проверки ГИБДД. На дороге города были выведены дополнительные наряды ДПС. Основное внимание полицейские уделили въездам в город. Водителей проверяли на состояние алкогольного опьянения, а также смотрели, соблюдаются ли правила безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля. Всего за прошедшие 3 дня в областном центре произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб, 8 получили травмы, в том числе 2 детей. 6 июня в кировских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России. Литературные праздники состоятся в библиотеках имени Пушкина и имени Грина. Посетителей ждут игровые программы и различные мастер-классы. Организаторы пообещали, что в библиотеке имени Пушкина кировчане смогут сфотографироваться с современниками великого писателя, со сказочными персонажами и даже с самим Александром Сергеевичем. Завершится праздник мастер-классом от Пушкинской студии старинного танца, где каждый почувствует себя участником бала 19 века.